Ровно в полночь 2 ноября полностью перекроют участок улицы Орджоникидзе от Фабричной до проспекта Энтузиастов. Ограничение движения коснется владельцев личного транспорта и продлится до 5 часов утра 5 ноября. Общественный и специализированный транспорт экстренных служб будет курсировать в штатном режиме. Автолюбители просят заранее планировать маршрут объезда. Такие меры вводятся в связи с ремонтом теплотрассы, который проводит Волжская ТГК. Напомню, компании поставили крайний срок завершения работы – это 4 ноября.